Take
take this head on. Soon I'll come around, lost and never found. Yeah, I keep coming.
Так, ну как меня слышно? Вроде неплохо, да? Угу.
У меня с камерой. Так, ну что, продолжаем. Это мы здесь закончили. Даже не помню. Получается, меня вчера схватили. Так. Да. Так. Получается, меня вчера схватили. Да, я в дверь что-то зашел, и за мной зашел этот пакетонос. Вот. Так, а получается, закончил я на чем? Блин, мне получается надо сначала офигеть. А, блин. Уже четвертый раз слышал. Так, ладно. Пропускаем. Все. Так, да, теперь сюда опять идти. Сейчас мы вниз упадем. Гена. Блин, я немного не успел. Бочком-то можно было пройти вообще, ну как так, а?
Там еще место оставалось, блин, 4 меня влезло. Обидно. Обидно. Сейчас опять этот телефон слушать. Все читаем. Серьезно? Интересно, они разожмутся? Нет. Блин, а сохранится. Так, подожди. Получается сохранение у нас только там. Всем привет, кто присоединился. Как дела? Так, окей. Ну, я думаю, вчера мы ходили налево и погибли. Сегодня, думаю, сходим направо. Стоп. Искал. Пошел вон. Мне вообще пофигу. Надеюсь, он не зайдет сюда, да? Хотелось бы. Я разочарован в этом ребенке. Его наглость погубит всех нас. Мы стоим на краю пропасти, но выход есть. Кстати, как звук? А, не темная ли игра? Закованная в цепи пещере, в ожидании того, когда я сажаю, чтобы свернуть ее. Ради чего? Ради того, чтобы Элизабет отказывалась спеть эту песню? Я не прошу ее возвращаться. Нет, просто помочь снова открыть отель и восстановить ее величие, величие нашей семьи. Нет, просто помочь. Ага. Все, что ей нужно делать, привлечь их сюда. Если не с ее помощью, то как? Как? Должен быть другой способ. Может быть, использовать мои записи? Ага. Но как направить, использовать эту силу без певца? Видимо, он что-то нашел. Возможность как-то направить. Так. Так, получается. Тут я был, тут был.
И я думал, что в этих шкафах тоже можно прятаться. Но, походу, дела нет. Чего это такое за комната? Так, тут где-то эта кукла. Блин, кто-то шагает здесь рядом. Конечно. Конечно. Ловушка очередная. Блин, где я? Типа на звук идти. Блин, сейчас будет все очень страшно. Блин, не хочу больше зайти. Блин, хотя бы огонь туда кинуть, что ли? Можно книгу кинуть вперед. Ладно. Блин. Ну-ка. Знаете вам. Так вот. Блин, что делать-то? Так. У меня стрим идет, не отвалился. Так. Куда идти-то? О, нет, стоп. А, во. Так, как мне питать-то выпить? О. Окей. И что дальше? Опа. На музыку теперь идти надо. Окей. Блин. Стоп.
если музыка где-то играет, то надо. Можно сюда. Так, что-то тут я не потрогал. Мотыга какая-то. Давай еще раз попробуем. О! Блин. Зря я эти штучки, короче, трачу. Звук такой неприятный. Ладно, уберем. Так, ну чё. Так, где-то здесь эта игрушка. Да? Блин. Что это за тварь? Вот она. Ник? Нет. Так, что-то я не потрогал. Так, окей, я что-то не потрогал. Да? Здесь или не здесь? Тут
Куда мы бегали, там ничего нет. Есть у меня что купить? Ну ты Матильда. Все, я вышел отсюда наконец. Вот эту штуку только пойду. Ну наконец-то, офигеть. Это я где там был в итоге-то? Там, сейчас я заново. Ну-ка. Так, ну получается, куда? Куда? Ага, туда, да. Идем туда. Кстати, этих у меня нет, да? Эликсиров. Все просрал. Блин. Да блин, где он шагает-то, а? Так близко. Вон оно. Ладно, я думаю, нам надо сходить сохраниться. Сохранение, потому что... Так. Блин, вот чё, да? Давай сохраняемся. Окей. Где стол? Стол исчез, да? Окей. Куда он пошел-то? Даже не знаю, куда заходить-то, да?
Вот, типа нельзя, да? Тут заблокировано у нас получается. Окей, тогда пойдем дальше сюда. Блин, мне бы чем не подхилиться. Так, ну на второй этаж пока мы не пойдем. Я думаю, все-таки здесь пока все проверим. Куда ты идешь? Давай, иди дальше. Где-то что-то должен я включить, да? А, вот он, сколок. Да, это что-то место такое интересное. Так, получается, там еще какая-то дверь есть. Может, все-таки туда сначала сходить? Но она закрыта. Вчера я как раз вот в эту дверь не дошел. Так. Ой, спасибо большое, карта, которая мне уже не нужна просто. А, кстати, я подожди, я вон там, получается, не был. Да. Да, кстати. Что там зажглось-то?
здесь что-то играл. Вообще-то я не помню где. Интересно. Здесь что-то играет. И это прям очень близко. То же самое здесь. Да, я думаю, надо идти нам. Так, ну там чердак, там закрыто, я думаю, в принципе, можно сходить еще. А, подожди, так там нет, там закрыто, мы что-то ломились. Все, там закрыто. Там ключ нужен какой-то. Турашки, я заходил. Блин, это по-любому скрипучей лестницы. Блин, тут тесно. Так, и что мы здесь получим? Понятно, ну. Рубильник. Окей. Вот. Так, он его нам. Да, он сейчас пойдет. Что это такое? Это нам нужно. Блин, там еще один будильник. Интересно, я мимо него пройду сейчас. А как далеко он идет-то? Главное, чтобы он еще там задержался немножко. Я успею пройти. А, так он вообще вниз даже спускается. Офигеть. Блин, вот сюда идет. Чего?
довольно сильным топом, наверное, он повернулся. Получается, видимо, мне надо кнопку нажать. Пойдем нажмем кнопку сначала. Серьезно? Да. Блин, как это приближался. Он сюда сейчас нет. Куда он поведет, а? Блин, окружили. Блин. Иди на свое место. Успею? Нет, не успею. Ладно, если бы я знал, то успел бы.
Блин, зря это запел. Ага, пойдем сохраняться. Да. Да, потому что здесь выйдет. Здесь мы были. Здесь осталась только одна комната. Ага. Так, окей. Какой-то ключ на носорог. А у меня есть Ктулху. Афа. Сорвом я. Сорвом нет у меня. Ага. Ту-ту-ту-ту-ту. Где он может быть? Блин, получается, там какую-то загадку я не разгадал. Получается, этот нашел. А, подожди, это не он. Да? Значит, этот? Нет. Тоже не он. Подожди, вот это красный получается, да? Вот мы его нашли. Зеленый. Нашли. Получается, это синий. Мы нашли синий. Так, стоп, получается, если мы нашли синий, то... Так. Ладно, пойдем гадать над загадкой.
Интересно. Что сейчас за мной будет. Палево какое-то. Прям вообще палево. Так, мне надо выставить, получается. Еще раз посмотрим. Так, нет, чем другим. Что-то плюс. О, последний. Четко. Так, а где ключ получается еще один? Да. Должен быть еще получается один ключ какой-то. А его у меня нет. Но возможно мне его все дадут. Сейчас посмотрим.
Мне кажется, в той темной комнате был ключ. Я его там пропустил. Блин, даже не знаю, поехали на дверь. Смотрим, что там в подвале прячется. Ну, поехали. Кажется, эта игра слишком сложная. Поменяйте уровень сложности, разделяя опции. Хотя в начале видео было предупреждение, что вы не сможете поменять уровень сложности. Я бы сказал, что игра слишком простая. Так. Был, получается. А, нифига себе. G это оказывается холл. Ну, окей. Давай вот так вот сделаем. Я прогрузилась как все. Окей. А здесь получается мы были. Ты там были, да? Ладно, поехали на третий этаж. Второй, на первом. Мы были. Прислушайтесь к звукам, которые издают две куклы. Так, ну давай посмотрим, что за цель. Так, окей. Значит, так. Первый этаж. Подвал. Кстати, а я... Надо, наверное, сходить в подвал. У меня ключ, это как раз есть. Как туда спуститься-то я уже не помню. Сады. Сады мне точно уже не надо. Второй этаж. Кстати, получается в подвале, наверное, я смогу найти... А, как же спуститься-то в подвал?
Это лестница. А, ну, в принципе, я понял как. Ладно, я предлагаю. Надеюсь, этот дядя, он тоже слепой. Будут нас видеть. Блин, все предыдущий просто. Так, моя дорогая Элизабет, пишу тебе эти строки с тяжелым сердцем. Зная, что у нас осталось мало времени вместе, пожалуйста, знай, дорогая моя, что я очень ценю и люблю тебя. Я должна была рассказать тебе еще очень многое. Это дом и болото, на которых он стоит, полны секретов, многие из которых слишком ужасны, чтобы говорить о них. Я боюсь, что сама была их частью. Я была молодой девушкой, увлеченной своими очарованием и обожанием твоего деда и отца, обещанием власти и славы, которые давали им их открытие. Если справедливость в этой земной жизни, говорят, она есть следующая, а я плачу свою цену. Я всем сердцем желаю, чтобы за мои грехи не пришлось расплачиваться тебе. Я столько не сделала. Я более всего сожалею о том, что не имела достаточно сил, чтобы покинуть отель Скер, что не увязла тебя подальше, не увезла тебя подальше от этого места, что была так сильно поглощена его чарами. Это ошибка, которую я не хочу, чтобы ты повторила. Беги из этого места, не оглядывайся, не соблазняйся на сладкие мелодии. Моя дорогая дочь, пожалуйста, не горюй обо мне, но знай, что я люблю тебя всем сердцем и душой. С бесконечной любовью, Руденс. Короче, понятно. Мамулька очухалась. О, стоп! Окей. В итоге. Блин, кто там так тяжело шагал? Серьезно? И как я должен у тебя забрать его? Окей. Пойдем, что сюда тогда? Так, вот и цилиндр, да, у нас. То есть,
Значит, да, я попасть не могу. Интересно, где тут сейф? Наверное, в этой комнате. Все, что тут и было. Окей. Так, ну чё, наверное, пойдем сначала направо, туда сходим. Что палево, что это такое? Колыбельная суган. Спи, дитя ты моё. Блин, а можно музыку не позловещей? Это сейф, понятно. Кто ты? Сейф мне сейчас нужен. Слушай. Time has run out. Father intends to use his grand harmonium, the machine he has devised tonight.
to use the recorded song of that lamentable creature on the household and staff. A dress rehearsal for his grand reopening. One final test before... Oh, I'm not ready. I've tried to compose it myself. Tried until my fingers bled on the keys and my voice cracked. But at last, two composers of the countersong have arrived at the hotel. I must speak with them before the dress rehearsal. I can only pray that this will be enough. I could leave still, slip away. I've thought about it again and again in recent days, but that would only be condemning the others to my father's experiments. No. I must face our family's sins. And if I must, I shall pay the price. I wish it were not so. I wish I did not have to face this alone, as I fear my strength and resolve might fail. Thomas, where are you? I need you now more than ever, my love. Все, сейчас эти все наполнились. Что пишет? Мой отказ петь разочаровал отца, но лишь отсрочил его планы. Теперь он поглощен идеей воспроизвести запись песни того существа на одном из его механизмов. Должен быть способ переиграть ее, ослабить или нейтрализовать влияние. Какая-то мелодия или песня, которая послужит противоядием. Мне понадобится помощь. Скажу тебе, из-за того, что эта песня переберется наружу слишком велико. Возможно, если бы я могла разделить ее на части, так же, как мой отец сделал со своими записями, и обратился к четырем разным композиторам, с каждой из них по отдельности. Но кого же просить? Моего дорогого Томаса, конечно же, кого же еще? Томас Эванс, Матильда Нортона, ну вот, мы потихоньку собираем. Я, кстати, уже получается выделить. А, подожди, не все. Так, Нортон, Юс. Еще надо кого-то найти. Еще музыка стала играть. Что произошло? Что произошло? Понятно. Thank you.
Ладно, я думаю, пойдем сохранимся. Так, ничего, получается, нам можно, в принципе, идти куда? Что мы были? Все, главный вход. Да, убийца. Его не заметил. Да, а он с какой стороны? С этой? Да, вот. Во. Так он будет лучше. Угу. Так, теперь пойдем в другую сторону. Да, мы чуть попозже пойдем. Все, я тут. Все. О, спасибо, спасибо. Бахас. О, спасибо. Как дела? Бля, сейчас так страшно было, капец просто. Ладно, короче, пойдем от этого мудака. Я так понимаю, на него не действует. Где он там? Так. Да мало. Мало фу. Ты 15-й. Так, где этот хер-то теперь? И вообще он меня видит или нет? Блин, он видит меня? Охренеть. В смысле, как он в маске видит? Он другие не видит, этот хер видит. О, мудила. Ну ладно, сейчас будем убегать от него просто тупо. Он вроде медленный. Не бегает. Смотреть, насмотря сколько тебе лет.
Если тебе 7, то нежелательно. Ладно. Да, короче, ладно, я буду просто от него бегать. И попью. О! Блин. Мне 10. Ну, если спать потом будешь, то смотри. Как от него убежать-то, а? Он вообще назад не пятится быстро, а медленно идет, приходится разворачиваться. Кстати, игра не слишком темная. Юля пробежал, давай. Блять. Где здесь был ход? А, он не здесь. Подожди, не здесь. Блять, где он? А, вот он. Его. Так. Бежим дальше. Стоп, надо карту изучить. Ага. Короче, бежим сначала сюда. Так, где эта штука? Где он? А у тебя остальные фолоботы, игра не темная, зеленоватая? А, нет, у меня не боты, а все нормальные. Но... Блин, он вообще жуткий какой-то. Ему вообще пофигу, да? Смотри, я его буду просто дрочить сейчас. Куда он там ушел? Короче, я сейчас... Надо просто продумать план. Я сейчас, короче, его сюда заманиваю. Он меня обойдет. Я выскочу. Бегу, короче. Так. Так, да. Сейчас, короче, подумать надо. Побегу вниз. Нет, нет. Сейчас он отсюда выйдет. Сейчас дождь, теперь он сюда бегет. Да нет, у меня получается всю, сколько, 14 подписчиков. Какие тут боты-то могут вообще быть? Вот. Если были бы фоллоу-боты, их, наверное, было бы дофига уже. Вот этому дива идет. Так, он сзади меня обойдет. Опа. Себя он быстренький. Все, дорогуша, давай. Так, что это, куда идет дорога? Такие есть. Ну, может быть. Так, давай-ка еще раз сюда иди. Так, и что, куда эта дорога-то привела меня? Какой он настырный, короче, побежали. Побежим. Где мы? Что это такое? Подкиви. Что я сделал? Где-то еще рычаг должен быть.
он пришел, короче. Все. Сейчас я буду марафон делать. Побежали, побежали, побежали. Ну да, они не активны, и я не говорю, что они прям у меня сидят и смотрят. Что это за птица тут нарисована? Но в плане того, что ну, там есть активные, ну человек, наверное, 5-6 точно активный, который стримят. Так, я не понял, что я там сделал, короче, я что-то какой-то рычаг нажал, и мне сейчас подлагивает. Да, у меня система не самая лучшая. Да, что я сделал здесь? Так, 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 я какой-то рычаг нажал, что получил-то из этого? Еще делаем. А, вот второй рычаг. Фух. Так. Сейчас будем драпать. Побежали. О-о-о-о! Так, окей. Короче, что-то мы там делали, сам не понимаю, что. Но нам нужно теперь вниз сбегать. Вниз мы что получим? Понятно, что. Надо сразу два нажать. Давай попробуем. Кстати, он так быстро обходит. Применить он просто монстр. Окей, подожди. Ага. Пойдем сюда пока. Он выйдет. Так. Стоп, нужно сейчас Все, побежали сюда. Так, стоп. Окей, теперь мы сюда, вниз бежим. Сюда. Блин, тут ключ-то, он серьезно? Так. Нырьем. Стоп, там сзади меня не обойдет. Не-не-не. Да, ты был прав, кстати. О, нифига себе! Офигеть, он что такой быстрый-то стал, а? Офигеть.
Так, окей. Сейчас, короче, он пока сюда придет, мы вниз побежим. Побежали, побежали, побежали. Я он выйдет сейчас. Что за херня? Ну как там мог меня достать, да? Блин, а я не засейвился, да? Газ. Ну ладно. Скайрим помогает? Конечно. Так. Короче, понятно. Сейчас, короче, дергаем эти рычаги, потом возвращаемся. Блин, там внизу что-то есть. Блять, вот он лютый какой-то. А куда я бегу-то? Я его 2 раза прошел. Вон он идет. Тут сколько? Тут несколько концовок, да, насколько я знаю. Короче, я понял, я сейчас он тут выйдет, я пойду быстренько дерну эти рычаги, дождусь, опять туда сяду, он туда опять придет. Но это бот мой. Ну, в названии же все сказано. Бот от Streamlabs. Которого настраиваешь на различные команды. Если ты пропишешь эти команды, то в принципе увидишь, что будет. Окей. Блять, теперь он откуда выйдет-то? Сейчас может со всех сторон выйти. Ну вот здесь встанем.
Че, он пошел, получается, с этой стороны? А, то есть с какой, с этой? С этой я, в принципе, защищен, да? То есть, по-любому, он выйдет только с одной здесь. Вот отсюда. А, следовательно, я... Он сейчас здесь появится. Я пробегу. Без каких подтверждений он должен быть? Так, подожди, надо продумать план. Короче, сейчас быстренько... направо, забегаем в комнату. Так это бот, который я сам создал. Сейчас объясню как. Может тоже пригодится. Так, моя дорогая Элизабет, я получил твое письмо, и мое сердце наполнилось тревогой после твоих слов. Знать, что ты страдаешь в руках своего отца, и что он запер тебя в отеле Скер выше моих сил. Однако я должен уважать твои желания и приложить все усилия и талант, чтобы выполнить твое поручение и создать для тебя это творение. Я буду работать день и ночь, когда закончу, то в ту же секунду сяду на самый быстрый поезд, чтобы добраться поскорее. Короче, понятно. Сделаем его здесь. На самом деле не понял, есть ли там ключ какой-то, потому что что-то я там ничего не видел. А, какой мне ключ вообще надо, получается? А, подожди, ключ-то у него. Точно, ключ же у него. Мне нужно, получается, его каким-то образом... Может, вот эту штуку его продамажить. Сейчас посмотрим, возьмет его, нет. Блин, он берет его. А что тогда в первый раз не взял? Так, тут ничего нету. Окей. Что делать-то? Ключ он забрал у меня. Можешь пойти бегать, сохраниться. Так. Ладно, наверное, сейчас пойдем сохранить. Так. Вот откуда он сейчас выйдет, интересно, здесь? А, вон он.
Окей. Так, подожди. Получается, есть какие-то ноты. Но я думаю, они не больно мне то и помогут. Так, найдите способ попасть на чердак. Давай бегать, посмотреть, может, я сейчас все-таки его смогу открыть. Серьезно? А, я же тебе забыл рассказать. Короче, данный бот создаешь, скачиваешь, Streamlabs, чат-бот. Вот. Регистрируешь на себя пользователя нового. Да? Смотри, к примеру. Вот. Сейчас, видишь, я что-нибудь написал. Написал от себя, да? А вот сейчас я написал от бота. Получается, это как бы мой бот. Вот. Задаешь ему всякие функции. Ну, там много различного. То, что вот здесь две команды, ты видишь, это просто вообще малость. Вот. И он как бы... Работает. Так, ладно, мы пойдем куда? Так, сейчас налево, потом вверх. Что я должен делать? Вообще, почему у меня только два этих? Почему я застрял в нем? Короче, что-то я не дорубаю. Так там, блин, я ход не... О, ну все, понятно, короче. И сюда. Блин, а я там ее, я это не видел. Правом. В самой правой части экрана там, оказывается, какой-то ход есть. Туда нужно быстро пробежать, видимо, там что-то взять. Это, наверное, будет ключ. Так, но сначала мы побежим
немножко в другом направлении. Он побежит, что-то близко. Давай, открывайся быстрее. Так, и что я здесь нашел? И что это здесь такое? О, сейф. Сейф нам нужен. Ладно, пока сейф работает, надо... Так, здесь можно от него по кругу бегать. Окей. Так, он может сейчас сюда зайти. В принципе, нам пофигу. Окей. Мы что-то сделали. Он близко, да? Он очень близко. Так, окей. Подожди, что мы сделали? Там еще будка телефонная одна, да? Что-то он дверь закрыл? Серьезно, он дверь закрыл? Стоп. Блин. Ну ладно. Так, ладно. Бахаса, ты сам-то стримишь? Короче, сейчас бежим, получается. Кстати, я хотел посмотреть первое. Здесь ключ нужен. Открыл.
Холли. Сам нарвался. Короче, я понял все. Не получается. Что, я его убил? Мудила. Фу. Страшно было. Он прям мертв, все, наверное, да? Давай контрольный ему. Контрольный нельзя. Жалко, нельзя контрольный. Элизабет там? Да, все еще здесь. Я думал, что ты умер. Да, наверное. Так. Как его не остановить, если я его остановил? Что это ее муж получается, да? Видимо. Я что, убил? Так, что у нас? Тут, короче, какой-то другой ключ нужен, да? Блин. А-а-а.
Короче, он оказывается, ну, это, жив. То есть, получается, нужно сейчас бежать, открыть ту дверь, да? В смысле, он уже ходит? Серьезно? Не успел. Ну ладно. Можешь его попить. Работать эта штука. Можно, в принципе, сейчас быстренько попытаться пробежать. Получится. Блин, где выход здесь? Опять я забыл, где вход. Куда бежать? Так, я не понял, куда бежать-то? S4-2. Получается, да? Yeah.
4, 2, 4, 5, 3, 2, 4, 5. Наверное, как-то так. 3, 2, 5. Нет. Нет. А, подожди, там еще что-то есть. Вон еще картина, да? Че, он там внизу стоит, что ли? Подожди, он сюда зайти не может. Окей. Но если не может, то нормально. Типа, короче, понятно. О. Не зайдешь, да, сюда? Да. Так, ладно. Короче, что-то с картинами надо делать. Значит, первая картина. Это один. Ощущение, когда он поднимается. Первая картина — это один, вторая — три, один, три, два, четыре, пять. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Тут получается на них нарисованные. Все, я понял. Короче, здесь получается первая идет. Первая — это рыба. Первая рыба. Так, рыба у нас, рыба вот. Вторая получается собака. Третья у нас, третья — орел. Да. Вот это кто? Птица в клетке.
ничего, кто ее схватил-то? Не смотри на чудовище. Может, у нее крыша поехала? Блин, мне не нравится, как там он топает. Просто закрой дверь. Закрывай. Нельзя закрыть дверь. Что она пишет? Так. Я заперлась на чердаке и запрокидировала дверь. Кажется, что большая фигармония не оказывает на меня никакого влияния, как на остальные. Все, что началось с этого момента, когда на мысе сквер было схвачено то существо, оно должно быть свободным. Нельзя позволить ему причинить вред другим. Я должна добраться до пещеры так, чтобы то, что превратил самой отец и его персонал, не нашло меня. Control. Подожди, я, получается, я только... еще не понял. Ой, тихо. Так, у меня же получается только три, а еще где-то должен быть один. Я чуть-чуть попустил его, что ли? Вот будет прикол, если я его пропустил. Нет, вроде бы. Подожди, у меня шити закончились, да? Ничего получали, получается, они ее завалили. Так, я воспользовалась шансом и выбралась из безопасного укрытия на чердаке. Я обнаружил, что мой отец начал делать немыслимые вещи. Он без... Здорово, здорово. Он без какой-либо причины начал сжигать лица другим людям. Офигеть. Я слышал, как дядя ходит этажом ниже в поисках меня. Он превратился в безумного гиганта. Они оба стали еще безумнее, особенно в этих ужасных ритуальных масках. Страшно. Кто-то из гостей прибыл на повторное открытие заранее. Я пытался предупредить их, но мой отец и дядя силой затягивали их в это безумие. Бедные люди, теперь они превратились в таких же монстров, как и моя семья. Если слишком, это слишком ужасно, чтобы рассказывать. Так, нужен совет. Я надеюсь, этот дядя теперь за мной вечно ходить не будет.
хочется как-то от него все время бегать. Ну что он скажет, сейчас мне расскажет. Готово. У меня получилось записать копию 3-4 цилиндров отца. 3 части песни «Сирены». Четвертая, как я поняла, это мелодия из музыкального медальона, который носит ты, мама. Та, которая так восхищалась, когда была ребенком. Даже в младенчестве ты простила меня, чтобы я знала твое место, как будет теперь мой отец. Каким бы ужасным ни был, блин, не успел. А, так у меня получается все есть. We shall come up with a means to counter the power of the song my father so desperately seeks to control. Интересно. Это получается этот отец его. Так, сейчас камеру отключу ненадолго. Угу. Так, что? В греческой мифологии сирены – существа наполовину птицы, наполовину женщины, заманившие корабли на погибель сладостью своей песни. Сирены – не русалки, но на протяжении веков их пугали друг с другом. Считается, что в средневековье сирены перестали изображать в виде птиц и стали изображать похожими на рыб по ошибочному пониманию писателей и художников. Это привело к тому, что на протяжении веков истинный образ сирены изменился и часто они изображались в виде русалок. Впервые сирены были описаны в Одиссее Гомера в 8 веке до нашей эры, а позднее писатели стали описывать сирен как создание с телами и крыльями птиц и прекрасными головами женщин. Так, вот еще один. Так, цель обновлена. Так, давай посмотрим. Так, найти оставшиеся партитуры.
Сейчас просто повернем сюда. Этот ключ, да? Гермония. После разделения на четыре части с ней стало не так опасно экспериментировать, поскольку вся сила песни может быть получена только если все части будут проиграны одна за другой. Но как не исчить и сконтролировать этот эффект после их объединения, как мелодию во сне? У меня почти получилось. Амнезма. Так, Церебра, адская гончая, Медуза, Сирена, Гера. Так, ну иди сюда. Так, нужно выбираться отсюда. Так, для этого мне нужно что? Через подвал, да? Через подвал. В слабах мне уже делать нечего. Второй этаж, в принципе, можно сходить. Полин, ты че, серьезно?
Вы серьезно? Я типа, я не могу здесь подняться. Отлично. Ну хорошо. Придется идти. Да, придется идти. Здесь. Да. Блин, не успел. Пойдем, почему так? Он где-то здесь был. Нет? Так, теперь мне нужно вернуться. Правильно, надо прям сюда идти.
Серьезно. Чем не забывается. Так, ну что, это недоступно. Так, мы сохранились, сейчас сюда бегом. Может, тут что-то есть? Нет, тут ничего нет. Что это они мой кашель-то не слышат, ничего не понимаю. Какая-то растяжка. Где она растяжка? Пойдем. Блин. Ну ладно.
Блин, нифига тут. Хочется в пещеру идти. Блин. Что-то это еще какой-то... Какая-то жесть уже пошла. Без жалости, но ваш лучший вариант бежать. Мужик, мне спасибо. Надеюсь, я с ним больше не Супер, часы. Сегодня заканчиваем. Спасибо всем, кто сегодня смотрел. Большое спасибо Бахасту за то, что стал фолловером моего канала. Надеюсь, это не единоразово. Всем спасибо, всем пока.
Buried under the ground.